Добрый день, я Вагапова Зульфия. Максим Горький говорил, когда труд удовольствие, жизнь хороша. И именно это высказывание подходит к моей работе специалиста многофункционального центра филиала в городе Сибай. Специалистам ФЦ помогает решать проблемы заявителей. Радость в их глазах при получении результата услуги окрыляет меня, заряжает положительными эмоциями и желанием творить добро. Я осознанно пришла к выбору места работы. И, наверное, единственный человек, который так долго шел к своей цели – работать в МФЦ. Так получилось, что впервые с анкетой на трудоустройство в многофункциональный центр я обратилась еще в 2014 году. Когда поступило приглашение на работу, я уже была в прекрасном положении в ожидании появления на свет моей второй дочери. Чтобы не подводить коллектив скорым уходом в декретный отпуск, я была вынуждена отказаться от работы. Когда дочурка подросла, стал вопрос трудоустройства, я без лишних раздумий вновь обратилась в МФЦ. Вот незаметно прошел год моей работы. День за днем, месяц за месяцем я кропотливо изучала работу специалиста операционного зала. Постоянно занималась самообразованием, посещала все обучения, проводимые сотрудниками отдела обучения и органами государственной власти. Не все получалось сразу, но мое желание работать в многочисленной команде сотрудников МФЦ, желание быть полезной для наших заявителей, творить добро, помогло мне преодолеть все трудности. Сегодня я главный специалист операционного зала. Сегодня я универсальный специалист, владеющий практическими и теоретическими знаниями работы от зоны ресепшн до зоны выдачи, от зоны обработки принятых документов до передачи их на хранение в архив. Сегодня я наставник и с удовольствием делюсь своими знаниями с молодыми коллегами. В свою работу я вкладываю не только знания и умения, но и всю душу. Каждому заявителю, от младенца до пожилого, от уравновешенного и не очень, нахожу свой подход. Потому что помочь каждому, разрешить их клубок проблем с документами, довести начатое дело до конца – в этом вся я. В этом заключается смысл работы специалиста многофункционального центра. Сегодня в нашем филиале ведутся работы по текущему ремонту, связанные с переходом на единый фирменный стиль «Мои документы». Коллектив сделал все, чтобы наши заявители чувствовали себя во временном помещении комфортно, получали услуги качественно, без длительных ожиданий в очереди. И мы надеемся, что с окончанием ремонтных работ, с переходом на обновленное помещение, у нас, у специалистов операционного зала, удвоится желание работать так же качественно и продуктивно, вкладывая всю свою душу в любимую работу.